знаю, мы прям с тобой такие красотки. Ну-ка, да, дай на себя посмотри. Красотки. И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала. С вами сегодня Шмель и Паучок. Сегодня мы, ребята, выполняем ачивку с ним. А точнее, даже две целых ачивки. Да. Первая из ачивок — это поставить девчачьи скины. А вторая — это сыграть в морской бой. И вот, как вы видите, мы скачали карту морской бой и сейчас будем играть. Ладно, иди пока на свой корабль, чувак. Кинтишки. Да, я сейчас взрывать буду. И выключи креатив, не лети туда, вот там выключи, да. Ты это... Чё, пролетел? А как делать-то? Кого? А вот это я не знаю, сейчас будем разбираться. Я тебя ачивку уже. О, я нашел. А где? Они, короче, там. Ну где это? Ну ты понял. Ну ты где, знаешь, посерединке. О, вот Вадим нашел. А так, как, я нашел. Как стрелять, чувак? Нашел баню, погоди, стой. Ладно, дубль первый, так куда суем? Погоди, стой, не стреляй. Все, тебе еще кобзец будет. Наглый, тихо. Хопа. Ты что, понял, куда загружать? Ой. Не бомби меня. Да если бы. Ой-ой. Я тут небольшое корыто сделал. У себя на корабле. Пираты морского флота. Мы победим. Мы всегда побеждаем. Да где дентишки? Они в это. Где флаги все? Где все флаги? Где флаги? Ну что, нашел? Да какие флаги? Где флаги? А, где эти-то флаги? Ну? Где такие полоса? Да-да-да. Ага, ща. Штурмуем корабль! Тихо, погоди, не запускай. Я ничего... Нифига, сколько много-то тентишек. Я знаю. Чё, нашел их, чувак? Да, погоди, стой, я разберусь, как запускать. Я, ты чё плывёшь? Ты у меня пушку сломал? Я не сломал её, подорвал её. Ого. А ты знаешь, как поджигать-то? Где поджигать? Там на корабле, короче, есть это. Броня, если чё. Да. Иди посмотри. А, поджигалка, вот у меня. Я видел их. Точно увидел? Да. Чего? А, у меня пожал. А ты ж поджег меня. Иди сюда. Нифига там. Девочка, беги, девочка. Давай я тебя спасу, братюня. Иди о, сюда. Там, прикинь, там сундук внизу. Слышь, не лезь ко мне. Я тебе сейчас задам жару. Не лезь ко мне лучше. Не лезь ко мне. Стой, подожди. Дай я чит включу. Стой, подожди. Я очень слабо дерусь. Не поджигай мой корабль. Не поджигай. Что ты делаешь? А, нет. Мой корабль, он ушел в дно. На тебе. Иди сюда. Твой корабль тоже горит. У меня столько красные глаза, понял. Да, ты крутая. Ты чинчишки подлетаю. Да. Ааа! Пет, пет! Сам себя подумал. Это... Бу. Ой-ой. Подавал уже.
Это ты подорвала. Что ты сделала? Зато твой горит. О, твой, смотри тут. Не... Нет, мой не горит. Смотри, я что сделал. Видел? Не. О, тут летучая мышь сдохла. Блин, твой кабель горит. Я ты вот чё? Тут... Твой тоже, я его тоже поджег. А что, мой поджигаешь? Да. А я твой поджигаю. Ему кобзец, короче. И моей зажигалки кобзец пришел. Моей тоже. А еще я заминировал его снизу. Иди спасай. Опа, рычаг какой-то сломал. А тут смотри, какой жестокий-то механизм оказывается внизу. Я даже не знал. Ой-ой. Все, короче, горит. Где такая вся? Слышь, все, подожди, подожди, стой, подожди, keep inventory true, пропиши хотя бы, или я тебя взорву нахер. А у тебя же зажигалки нет. И чё? Это не значит, что я ставить не могу, у меня кнопочки есть. Где ты такая вся? У меня кнопочки есть, я их сейчас поставлю, тебе вообще кобзец придет. Стой, подожди, не лезь ко мне только. Не лезь, пожалуйста, пожалуйста. Опа. Все, пипец. Ой-ой-ой, я упал. Это девочка, где? Красавица, что тебе не нравится? Все. У тебя что, зажигалка есть? Да какая же зажигалка, это твой корабль я подорвал немножко. Ну как немножко? Он вообще в говно теперь у тебя. Вот это я на летучая мышь кидает. Ну она еще сгорела. Тем более, как я вообще мог подорвать твой корабль, а? Я же безобидный. Нифига у тебя там горит-то. А, блин, я сам горю. У меня на сундук, а что в этом сундуке? Ай-яй, я горю. Смотрела, что в этом сундуке? Нет, главное эти нитишки спасти. За что меня убиваете? Да просто! Стой, подожди, подожди! Стоп, вот. Подожди, у меня кнопочка, ты за хорошая девочка, не бей меня. У меня красные глаза. И чё, это не значит? Красные глаза. Да вообще мы договаривались не драться. Сам поджёг первый мой кабель. Все мы с тобой договорились не драться, а насчет поджигания ничего я не обещал тебе. Мы вообще-то не договаривались. Я договаривался с тобой. Чё ты там взорвал? Нельзя меня бить. Иди отсюда. Я меня бить, у меня. У тебя когда месяц сломается? Еще не скоро. Нет. Назад. Вон, видишь? Да, туда. Да нет, на какой-то наверх. Ты чё? Наверх летишь. Иди сюда. А, снизу. Да ты что, правда? Вот, вот. А, вот. Видишь? Помоги мне. Платформу небольшую такую сделать. Опа, сок. Да не поджигает ее. Ха-ха. А чё она не взорвалась? Стой, подожди, не поджигай, не поджигай. Ха-ха-ха-ха-ха. Как обезьяна. А почему она, смотри, видела, не поджигалась? Блин, мне, подожди секундочку, я сейчас вырублю эту хрень. Она, смотри, она вот эту вот сейчас не сломала, или это мне показалось. Ладно, пофиг. Иди сюда, олень. Иду. Сюда иди. Сюда вот. Вот. Вот так тебе. Все, вот тут и будешь стоять. Нормально, че? Да, все. Ребята, если вам понравилась эта ачивка, можете подписаться. Подожди, мы должны снять, типа, мы какие красивые с тобой, да? Сними все. Да не так, олень, ты что не как профиль? Дай мне кинтишку одну кинь в руку. Нет, у тебя и должна быть. Я их выкину случайно, вот все. Вот, вон, что у меня есть, да? Кинтишки. Да, кинтишки. Ребята, если вам понравилась эта серия, можете подписаться на наш канал с паучком, поставить лайки, и мы такие няши. И вообще, всем респект.
От меня респект от чувачка вот этого, который возле меня. Паука. Да, паука. И с вами были клёвые девчонки. Да. Саша Спилбик и Катя Клэп, да? Или как? Кид Клэп, вот и так. Ну, я не знаю. Я вообще их не смотрю, никого не смотрю. Да, тоже. Ладно, пофиг. Так что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. И с вами сегодня были пиратки и девчонки. Всем удачи, всем респект. Скажи последнее свое слово. Пока. Йоу. Красные глаза.